9 секунд. Именно столько времени я вам дам, чтобы вы сделали выбор. Чао, Роберто. Чао, Роберто. Роберто, скажите, где вы работали раньше? На государственной работе. Теперь я на пенсии. Я знаком с болью и смертью. Это тебе. Правда? Конечно. Мне действительно очень комфортно среди этих людей. Роберто, это моя жена. Привет, привет. Я начинаю верить. Привет, дядя Энца. Теперь они видят вас своего. Что мое место здесь. То, что здесь происходит, происходит во многих городах. Это мафия. Она как раковая опухоль, от которой нет лекарства. Кто сказал, что вы можете приходить сюда? Не суй свой нос в чужие дела. Что бы ты и твои друзья ни делали, делайте это где-нибудь в другом месте. Ты мне угрожаешь? Предупреждаю. Это что, таймекс? Нет, это всего... Я нажимаю на срединный нерв. Это только третий уровень. На четвертом ты просто сходишь под себя. Похоже, он знает толк в насилии. Мне здесь нравится. И вам у меня этого не отнять. Я возьму все, что захочу. Несколько человек были найдены мертвыми на ферме. Это вы их убили? 9 секунд. Разве я похож на убийцу? Великий уравнитель 3.